Боже, какой кошмар. Ням-ням-ням. Глотаю же, ну тебя, блин. Это плохо, кот. Сцена 1, дубль 4. Всем привет. Меня зовут Маша, это моя мама Вика, а это моя бабушка Таня. Сегодня мы будем снимать чаванш. Да-да-да-да-да. Эту штуку ела Маша уже, а это новая. Я могу еще, можно? Нет, нельзя. Короче, я так понимаю, мы это будем есть. Мы это будем получать в лицо. С помощью чаванша торт в лицо. Только у нас сливки. Боже, какой кошмар. Короче, такая штука. Не трогай, трогай, да. Сюда мы засовываем лицо. Здрасте. Красотки получится. И начинаем крутить барабан. На барабане у нас стрелочки. Значит, попадаем на цифру 3, крутим, крутим вот эту штучку 3 раза, и на какой-то из разов сделается вот так. Боже, короче, это лотерея на везучесть. Я не хочу. Это называется почти русская рулетка. Мы думали, но она немного сломана. Ну, это же Китай. Да. Поэтому... Господи! Да сложно. Я даже не пытаюсь, ладно. Так, ну давай. Здесь есть цифра X, это значит, что игроки загадывают количество прокрутов. И есть какая-то стрелочка. Я понятия не имею, что она значит. Значит, типа, инструкции тут не было. Давай я кручу. Начинаем. Маша первая. Так, каша молодец. Господи. Маша сидит. Так, Маша. Слабенькие какие-то. Тихо. Хватит. Хватит. Давай, крути. Бабушка. Крути. Так, я волосы сразу завяжу, наверное. Думаешь, сразу получится, да? Ну да, я же везучая. О, ничего себе, я крутнула. Три. Три. Хорошо. А кто? Маша. Она крутит сама. Быстрее. Да. Да, она боится. Так. Понятно. Так я же говорю, я везучая. А ты рот открывай. Оно в нос попадет. Оно в глаза сейчас будет попадать. Боже мой. Я боюсь, почему я первая? Тихо, не кричи. Боже мой. Открой, открой рот широко, серьезно, попробуй. Да я не помню. На три, давай. Вот так. Да-да-да, давай. Раз. Два. 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 Она еще не сделала. Я сделала два уже. Два. Ты прокрутила? Да. Давай. Три. Мама. Ты тоже три делаешь? Нет, я кручу. Я кручу. Ну ладно, ты крути. Ну, так каждый кому-то. Четыре. Че сама крути. Рот открывай. Это не сильно выступаю. Выступаю. Да, лучше вот так. Считайте. Раз. Раз. Смелее. Два. Какой ужас! Сильно выдыхать нельзя. Рот надо выше подумать. А вы уже знаете. У меня в глаз попало, по-моему. Да. В глаз и в нос. Давайте не стирать это. В нос бы и шо сидеть. Ну будет сейчас стекать. Ничего. Бабушка. Боже, она радует очень вкусно. Хочешь? Твоя проблема. Маша тебя обрезнет. Боже, ну глаз это лишняя. Конечно. Дайте салфеточку. Блин, глазки надо закрывать. Да, я закрываю. Ты думаешь, ты не закроешь, когда он летит в тебя? Конечно, ты закроешь. Хватит, намазывает, посмотри. А где наш дедушка? Спит. Да ничего, пускай спит. Нам больше сливок останется. Я да что будем крутить, пока а не... Чё ж ты отодвигаешься от меня вечно? Не хочу я так. Хочешь. Ладно. Салфетка так, ты уже замужем. Крути. Салфетки есть еще? Да есть, вот на салфетку. Вот, оторви от меня. Оторви. Три. Сложи сюда подбородочек. Да. Так. Да. Поближе. Боже. Да, вот так. Тихо, я сама. Раз. Выше поднимайся. Это какой раз уже? Раз. Два. Нет, раз.
Раз. Два. Три. Обошлось. Прокрутила. Давай, Маша. Боже. Я кручу. Да, я кручу. Тебе не больно? Мам. Два. Не два. Больно? Не, не больно. Что ж я отрываюсь? Давайте видеть. Берем эту штуку. Я видеть. Ты разрушите. Зачем убирать эту штуку? А, ну ничего страшного. Ну, она волосы завязала, ей не страшно. Не, оно так очень это... Раз. Два. Я боюсь. Не, давай. Два. Блин. Ну, на, уже... получи, завяжи волосы. Это же ты уже крутила, сейчас оно работает. Сколько бы не было, так и все равно. Один. Блин, сейчас так будет обидно, если оно сработает. А сейчас сюда идет. Да. Нет, да. На. Боже, какой кошмар. А ну давай, четыре. Еще раз. Переход хода. Это тебе. Иди, да. Это вот переход хода. Мы уверены. А вот теперь три. Давай. А мне в рот. И в глаз. А, кстати, сладенько. Сладенько. Конечно, сладенько. Ой, я вдохнула. Носиком не дыши. Вот. Дурочки, я не хочу играть. О, боже! Тебе понравится. А давай так мы ставим. Чего? Мне не понравилось. Кушай, вот так. Куда? Тише. В лицо. Боже, кошмар. Сейчас моя очередь, да? Да. Да, Маша, в общем, занимайся. А я буду дальше. Блин, я говорила, мало салфеток. Конечно, мало. Но лучше не вдыхайте это. Дай. Я уже знаю, что лучше не отдыхать. Боже, как она умудрилась и сюда даже. Ну. Фух. Так, давай. Что там крутит, давай. Маша крутит. Крути давай, Маша занят. Два. Куда? Ну, ни два, ни один. Ну, ладно. Два пускай. Пускай просто крутит. Жесть, у меня еще сливок в носу никогда Икс. Не было. Это что? Это значит, мы загадываем количество раз. Пять. Добрая Маша. Пять. Ну ладно, тут четыре максимально количество. Давай. Два, четыре. Четыре. Раз. Ага. Два. Усы, усы, посмотри. Красота. Красотища. Оба-на. Я уже профессионально умею. Показывай, бы, чтобы видно было, что там. Боже, а если сняюсь, это показывай. Ничего, ничего. Сама предложила снимать, теперь показывай. Боже мой, кошмар какой. Ладно, боже, давай. Боже, ты еще у нас одна не побитая. Да, еще не побитая. Так, это уже становится интересно. Я последний раз, если мне не показывай. Да, конечно. Нет, я с вами не играю больше. Я иду краситься. Последний раз, Маша, давай. Хватит! Ну, я же должна повезти, можно я прокручу? Можно, давай. Четыре! Давай, последний раз. Если повезет. Ой, боже мой, какой кошмар. Поближе. Больше не играю. Вот сюда. Вот. Хорошо, да. Считайте. Раз. Давай, давай, крути. Раз. Не высовывай. Два. Ты же на него смотришь. Три. Закрой глаза. Сидеть! Получится у тебя. Да ну, девочка, ну так нечестно, я три раза, как и вы. Кто вам виноват, что вам попадает, а мне нет? Я не люблю сливки. Да, я так. Не будешь есть. Нравится. Маша. Тебе, да? Икс. Четыре. Давай. Карма. Карма, да. Лучше в рот. В нос не прикольно. Раз. А вот на кофточку это лишнее.
Вкусно. Вкусно. Иди замывай кофточку. Да. Постирает мама. Угу. Кто? Я? Давай. Так, конечно. Стой. Да ну конечно. Пошел. Фух, слушайте, прикольная игра. Надо дедушку она сюда. Вкусная просто. Мы так обещали, что дедушка с нами будет. Дедушке не понравится. Так, я кручу сама себе. Четыре. Ну, правильно. Давай. А что так мало? Хорошо. Ладно, вторая пачка мне останется. По чуть-чуть. А я буду кофе со сливками. Нет. Да. Это вредно, тебе нельзя. Раз. Два уже. Два. Три. Четыре. Мне первый раз повезло. Первый раз я не по это. Ладно, давайте. Два. Один. Два. Да, один. Два. Один. Сейчас, первый раз. Повыше. Класс. Нет, блин. Да что ж ты так рано голову выбираешь? Она не крутит? Так кручу я больше. Может, она так пальчиками? Мы будем крутить. В следующий раз мы будем крутить. Маша. Один. Конечно, я сейчас попаду. Ляп. Нет? Я уже, у меня уже сути сжались. Мышцы. Да. Два. Раз. А что я волосы завязала? Он же не попадает на волосы. Два. Два. Ты везучая самая. Поближе. Какой кошмар. Ой. Раз. Два. Не вдыхай носом. Носом не вдыхай. Идет глубоко. Носа не хочет. Сейчас авторские права скажешь. Давай я. По последнему разу. Нет. Ты только выпустила вот это. Боже мой, сюда капает Маша. Алло. Боже, да на волосы капает. Да. Ням-ням-ням-ням-ням. Значит, вы на 3 часа на трикотажку. С костюмчиками Зуна. Иди сюда. В кадр. Ну да, да, да. На 3 часа мы туда приходим с двумя костюмами. А выступать с 4. С 4 до 5. Да отстаньте тут, дурочки, да я как что-то, я не могу вообще разговаривать. На 3 часа, да. Глотаю жену тебя, блин. Не могу. Хотите? Блин, ты бы себя видела с телефона. Ну, боже мой. Ты смотри, мне не показала. Пол не пришлось вытирать. Ой, не могу. Я думаю, на этом стоит закончить наше видео. Бабушка, ты каждый раз. Она больше не будет, она не согласится. Следующее видео будет с дедушкой. У нас еще есть обещаниями. У нас еще есть баллон сливок. Я Маше не отдам, потому что видите, как она его ест. Я не отдам. Я забочусь про ее здоровье. Нет. Маш, хочешь лицо прям? Так. Так, все, 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 брэк. А что, какая разница? Давай так. Так, брэк. Ты куда раз переводишь такой продукт? Фу. В общем, все. Я уже так наела сливок. Мне так хорошо. Жить не могу. Мне так хорошо. Сахар поднялся, еще такой блин. Если вам понравилось это видео, вы хотите еще, ставьте пальчики вверх, пишите это в комментариях, подписывайтесь на наши каналы,
Мэри Лайн и Виктория Влогс. Встретимся на YouTube. Всем пока. Бабука! Без бабуки мы не можем прощаться. Все рады, я получила внос, ела сливок и все. Да. Подписывайтесь на их канал. О, спасибо! Они соблазнят всех на свете, даже бабушку поиграть в такую дурацкую игру. Да, ну... Дедушке не рассказывай, мы его тоже соблазним потом. Когда видишь вот эту ручку, сразу понятно, догадывается, что будет происходить. Что-то тут не то. А у него рот большой. У него прям туда заклад. Так. Ну, от бабушки тоже всем пока. Всех любим, всем пока. Да. Маш, не делай так. Ну, серьезно. Целлюлит будет. Капец. Да убери руки. Нет, ну не видно. Ага. Мало. Наверное. Ты ж хочешь. Я не хочу. Я сама любила. У меня непереносимость лактозы. Переносимость. Не потерпишь. Это плохо кончилось. Это плохо кончилось. Я что-то сломала. Ты сломала. Нет, давай проверим. На твоем рту. Работает. Мам! На. Что ты хочешь? Девочки, оставьте мне кофе пенку. Нет. Ну что? Ты сама хотела это сделать? Я не хотела это сделать. Нет. Боже, что вы делаете? Посмотрите, что у вас уже на полу уже. Давайте одновременно скажем. Всем привет. Давай. Вот так сделаем рукой. Всем привет. Хорошо. Вот так убери. Вот так положили ручки. Так. Всем привет. Ага. Три, четыре. Так. Давай. Ой. Три, четыре. Всем привет. Меня зовут Маша. Это моя мама. Вика. А это моя бабушка. Таня. Так, заново. Меня зовут Маша, а это и моя... Папа. Это моя папа, это моя мама. Давай. Ну. Ой, что сложно. Где? А где наш этот? Кто? Бабушка. Сейчас вот так. Не кричи. Делаем кадр. Ты вот так резко подвигаешь к столу. Резко подбегаешь, вот так засовываешь руки и говоришь: сцена 1, дубль 4. Поняла? Только резко надо прям подбежать и так вроде к пизпиву. Сцена 1, дубль 4. И ушла.